У Могильові пройшов обласний семінар «Нарада» з уділом Совету громадських пунктів охови правопорядку. Для довідки, подобні совети займаються профілактикою і боротьбою з порушеннями, щільно працюють з міліцією, допомагають звернутися до нормального життя так званим асоціальним особам. Тому така зустріча не тільки, щоб відзначити ліпших, але й знайти більш ефективні методи. Где-то были вынесены письма, которые были направлены для, на конкретное предприятие, чтобы человека трудоустроили. Где-то мы два человека пособли ему в том, чтобы обеспечить его паспортизацию. То есть вот эти конкретные практические меры, если они будут рассматриваться и решаться на советах ОПОП, то, наверное, это даст положительный эффект в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. На хвалі боротьби со зловживанням алкоголем, дармоедством і небезпечністю такого сусідства супольна допомога від тих, хто літерально живе побач, варіант. Звичайно, у таких советах представники едукації, медики, соціальні работники, люди, які безумовно можуть повпливати на далейший лёс. Трудоустройство, оказання помощи в матеріальному стані, в бытовому обустройстві. І якщо там уже лицо, скажем так, не подається мерам профілактического воздействия, то ходатайство о применении мер административного воздействия в соответствии с действующим законодательством, в том числе направление лечебно-трудовой профилактории, ходатайство о лишении дееспособности для граждан, которые создают своим социальным поведением различного рода трудности для своей семьи, ставят в затруднительное положение семью, детей и так далее. Гэта совет громадского пункта охову правопорядку номер 11, район улицы Сименова. Поседжанне проводится регулярно, як і рейды. Контроль за сім'ї у соціально небезпечным становищі, прадухіленні злачынстваў і порушэнняў. Працу гэтых актыўных грамадзян прызналі лепшай в области. Ежемесячно собираемся, заседаем для того, чтобы оказать помощь нашим, так сказать, не самым лучшим гражданам, которые ведут аморальный образ жизни. Вот. Оказываем помощь посредственно устраиваем на работу. В районе у нас всего 8 общественных пунктов охраны правопорядка. Вот. Один из них по итогам работы занял первое место в районе и первое место в области. Ну почему так? Потому что, наверное, более активная, скажем так, общественность собралась. Вот. Микрозона очень сложная. Все-таки это спальный район, Симонова, Кутепова. Очень много общежитий. Дарэчы, одним из критериев для областного конкурса управления внутренних справ является и поляпшение ситуации на территории працы совета. Тому и в рамках семинара основная задача – знайсти оптимальный подход, каб громадская допомога, акрамя морального уздеяния, мела еще и реальный эффект.